Провести финансовый ликбез, рассказать о правах клиентов банка и обсудить роль тенге в экономике нашей страны. В преддверии Дня национальной валюты представители филиала Нацбанка Казахстана встретились со студентами СКГУ. Анна Жицкая продолжит. В преддверии Дня национальной валюты Казахстана и Дня финансистов в библиотеке имени Габита Мусрепова представители Нацбанка встретились со студентами экономического и финансового факультетов СКГУ имени Манаша Казыбаева. Наша валюта самая устойчивая, считается, как бы на территории СНГ. Знаю точно то, что валюта наша самая красивая, ну, в плане оформления, подкрепляется стабильностью нашей экономики. Основная тема конференции – защита прав потребителей финансовых услуг. Наша национальная валюта проделала немалый путь, чтобы укрепиться в экономике. Страна не раз переживала финансовый кризис, но государственная политика всегда была нацелена на поддержание тенге. Ну, несмотря на то, что мировые финансовые системы на сегодняшний день испытывают определенный финансовый кризис, на сегодняшний день казахстанские тенге имеют более-менее стабильную позицию. А вот как распоряжаются личными средствами рядовые казахстанцы? Финансовая грамотность населения до сих пор очень низкая. 63% жителей нашей страны признаются, что не умеют управлять своими доходами и вести учет расходов. Чтобы провести среди студентов экономический ликбез, им показали анимированный фильм. Чтобы в конце месяца кошелек не был пустым, опытные экономисты советуют придерживаться нескольких правил. Планировать расходы, не брать в долг, а еще лучше самим откладывать деньги. Анна Жицкая, Рустам Тлеужанов, новости МТРК.